Новая школа? Зачем? Как сложно сказать друзьям, что я предал их и перешел в другую школу. Да, вы правильно говорите. Нет, ну это вы, конечно, правильно подметили. Эта школа просто находка. Да, вы правильно говорите. Не понял, кто это? Вы правы, директор Алекс. Ваша новая школа просто чудо. Сереже она точно понравится. Я вам говорю, это лучшая школа, новая. Ребята, я что-то не совсем понимаю. Моя мама решила меня перевести в новую школу? И что это за чувак с ней сидел? Пойду, сделаю вид, что попить воды хочу. А сам подслушаю их разговор. Может, это она все-таки за Полину школу разговаривала? Нет, ну это вы, конечно, правильно подметили. Эта школа просто находка. Привет, мам. О, а вот и ваш новый ученик. Сережа, подойди, пожалуйста. Да. Сережа, познакомься. Это директор Алекс. Директор Алекс, это Сережа, ваш новый ученик. О, здравствуй, Сережа. Наслышан о тебе. Рад познакомиться. В смысле новый ученик? Что ты говоришь, мама? Сережа, у меня для тебя очень классная новость. Садись. Представляешь, мы переводим тебя в ту новую красивую школу, которая тебе всегда нравилась. Ребята, по-моему, я не ошибся. Новая школа? Зачем? Сережа, у нас лучшая школа в вашем квартале. У нас лучшие кабинеты информатики и спортзал. А летом мы возим детей за границу. От школы. Ничего себе! За границу? Это куда? Ну, мы смотрим по среднему баллу. Как часто ты участвуешь в школьных мероприятиях? Этим летом некоторые ученики ездили в Дубай. Дубай? Да, в Леголенд. Вот видишь, Сережа, это очень крутая школа. А как же мои друзья? Я люблю свой класс. Сережа, ну что друзья? Новых найдешь. Сережа, подумай, такой шанс выпадает нечасто. И не каждому школьнику. Уже завтра ты будешь учиться в новой школе, в нашем новом классе. Мы тебя ждем. Юлия Васильевна, мне пора. И не забудьте зарядить электронную книгу, которую вам дал. Да, вот она. Спасибо, директор Алекс. До завтра. До свидания. Мама, это что значит? Что? Я не хочу в новую школу. Я не меняю друзей на... На что? На свою мечту? Как можно исполнить свою мечту, но при этом потерять друзей? Сынок, такой шанс не всем дается. Думаю, твои друзья тоже бы хотели там учиться. В любом случае, уже все решено. Сегодня придут твои друзья, и у тебя есть возможность с ними попрощаться. Все решила за меня и даже не спросила. Ребята, мне интересно, много ли у меня подписчиков, которые меняли школу? Напишите в комментариях и поставьте лайк, чтобы меня поддержать. А я пока себе чаю приготовлю. Кто это? Я вроде никого не жду. О, ребят, привет! А чё ты здороваешься? Только же в школе виделись. Серёж, у нас тут дело неотложное. Ну, проходите. Серёж, мы пончики принесли. Поставишь чайник? Да, как раз сам хотел чаю попить. Что у вас
за важное дело было ко мне. Нам нужно обсудить вечеринку в школе на Новый год. А, вот оно что. Я предлагаю сделать костюмированную вечеринку. Алиса хочет торт из бургеров. Мне вообще все равно. Главное, чтобы конфеты были. Ребят, а вы знаете, я не смогу пойти на новогоднюю вечеринку. Почему? У меня дела важные. Когда это ты вечеринку пропускал? Ну ты же нам всегда помогаешь все организовывать. Что может быть важнее друзей? Сказал, не пойду. Да ладно тебе, чего ты расстроился? Мы друзья, нам можно рассказать? Да, мы поможем тебе сделать все твои важные дела. И ты не пропустишь вечеринку. Как мне им сказать, что я больше не буду с ними в одной школе? Сереж, чего ты застыл? Скажи что-то. Так что там, расскажешь про свои важные дела? Нет, извините, ребята, но я не могу рассказать. У нас же никогда не было секретов. Ну не все же мне вам рассказывать. Сереж, чего ты хамишь? Имею полное право. Ах ты! Пошлите, ребята, отсюда. Зря ты так, мы же друзья. Больше не друзья! Что ты сказал? Что слышал? Эх ты, а я тебе еще списывать давал. Пошли, Ярик. Ребята, как сложно сказать друзьям, что я предал их и перешел в другую школу. Сереж, к тебе вроде бы друзья приходили. Они что, уже ушли? Нет у меня больше друзей. Сережа, ну не переживай ты так, в новой школе полно детей, подружишься с другими ребятами. Ладно, Сереж, умывайся и иди спать, а то завтра в новую школу. Ну что, Сереж, готов увидеть свою новую школу? Мне все равно. Не хмурься, улыбнись, никто не любит злюк. Вот тебе электронная книга. Папа тебя уже ждет внизу. Пока, мам. She said I won't be back in a while. Don't wait. Already packed her bags. Call the guy. Не может быть! Ребята, что вы тут делаете? С сегодняшнего дня учимся в этом классе. Почему я об этом не знала? Мы же больше не друзья. Ребят, вы простите, я не мог вам сказать, что перехожу в другую школу. She said I won't be back in a while. Нет, и правда, а как вы узнали? Моя мама же директор, она сразу сказала, что твоя мама забрала документы. Ну как бы мы тебя отпустили в такую крутую школу одного? Ребят, вы классные, мир? Мир. Never mind, it's too late.